Друзья, я рад приветствовать вас на своем канале. С вас подписка и лайк, с меня вкусный рецепт для любителей готовить в духовке. А готовить мы сегодня будем пельмени в глиняных горшочках. Рецепт будет у меня лежать под видео. Складываем пельмени в горшочки. Пельмени желательно домашние, если нет домашних, сойдут и магазинные крупные. Солим по вкусу каждый горшочек. Кладем по одному лавровому листу и по 3-4 перца горошком черного. Также в каждый горшочек кладем по одному кусочку сливочного масла. В каждый горшочек наливаем кипяченой прохладной воды понемногу, так чтобы покрыло дно, сантиметр два. В посуду выливаем сметану, где-то 6-8 столовых ложек. Добавляем укроп и добавляем мелко нарезанный чеснок, 3 зубчика. Все перемешиваем. В каждый горшочек по 2 столовых ложки добавляем этой смеси сметана, укроп, чеснок. Посыпаем натертым на терке сыром, делая шапочку. Накрываем крышками и убираем в духовку при температуре 180 градусов на полчаса. Все, горшочки готовы. Проверяем пельмешки. Смачно. Сыр. О, какие ароматы летают. Приятного всем аппетита. С вами был я, тот самый Шашлычок. До скорых встреч и новых видео. До свидания.